Что ж, погнали. Сейчас бочку пощупаю. Да, ну все пощупать просто. Сейчас тут столько пощупать дадут. Давай попробуем вспомнить, что мы хотели на этой станции. Почему у меня в руке револьвер и куча всяких рожков? Полуоторванная нога. Дикая энергетическая зависимость. А, ну ладно, дальше вопросов никаких. Мне кажется, какой-то фильм начинался. Знаешь, это какой-то этот страх и ненависть на Европе. Да-да-да-да. Я репу Сипаров прокачал. Ты хороший вопрос, Кэп, ты у нас все оружие попиздил, в оружейке вообще ничего не осталось. Я вышел, Саня. Сейчас проверю, подожди. Нет, все оружие именно в оружейке, просто понимаешь, в чем прикол? В сейфе, да. Да. Вот это-то меня а больше всего и беспокоит. Капитан, по-моему, что-то знает. Блять. Новая целая команда клоунов, а? Еще б тут не знать. Да, Саня, я себе сейчас этого ряда вычел. Трещоточку, флешечку. А ты с этого ряда вытащил только поебалу. Зато как? Ну то как, да. Я кто убил, хоть Дикус или не Дикус? 50 патронник на М14, кстати. Слушайте, откуда это сбеженные стержни, о которых я не помню? Это лево, эффективность папа. Реактора качнем на разок? Да, ну, если да. Бабки есть. Ну, на разок хватает. Блять, у меня кончилось место вскоре. Есть смысл, на самом деле, короче, качать эффективность, неэффективность? О, всю маску изнутри заблевал. Так чё? Что? А кто-то репу коалиции Европы, если нормально. Так, блять, у нас протечки нахуй в подлодке. Из меня тут протечка, блядь. Нихуя. Так, пора лечиться. Во! Меня даже отпустило. Ну-ка. Что, за разбирайте квесты? Блять, боеприпасов побольше берите, у нас две, как минимум две зоны никому нет. Две зоны без станции, то есть. Джаз снова с нами. Отлично. О, нормально. Мне хватило знаний, типа, разминировать бомбу от сепаратистов. Огонь. А больше не надо, скажи, да? Finally. Не, ну мы же за коалицию, вот. Блять, будет... опять до двух часов ночи сидеть. А то. Вот и прикольно, Захаска. Нет, в 2 часа ночи ивент, блять, нужно ключ забрать на этот, на брикаут инфинит. Блять, у тебя уже есть инфинит дома. Ну чё ты это? Бля, можно... Пиздец. Единственное, что егерь скупает по нормальной цене, ты знаешь что? Антикварные топоры. А. Понятно. Логично. Еще. Так, пойду покурю, тихо, вы там закупаетесь и так далее. Егерь адекватный, блядь. Это мог сказать только человек, нет, который не играл в Тарков. Блядь, в безлунную ночь с мостеньки, застояние 500 метров в голову, блядь. И цели стоят. Стоя на левой ноге, правой рукой закрываю левый глаз. Да. Вот эти явно бы играли в Тарков, они знают про Егеря. Да в смысле, ты, блядь, эти квесты нахуй видел? Убейте ЧВК с переломом. Что это, блядь? Ты в колясочном дискорде задаешь вопросы, почему инвалида заставляют убивать как-то там хитро выебано.
Ну что с... Блин, а я вот на самом деле сейчас смотрю, что затариваться, а затаривать нечего, у нас уже все хорошо. Знаешь, а я дошел как раз до квеста, где надо пострелять ЧПКшников с пистолета. О. А хотя, стоп, я знаю, что мы можем офигеть и затарить. А нихуя, у нас денег нет после апгрейда, вот чё. Здравствуйте. Привет, Дэн, влетай. Так, обратите внимание, вопрос. Внимание, вопрос, почему никто не взял квест хасков? Так, распаковать. Мне просто надо с себя снять говно. Слушайте, а у нас яйца Каликса есть? Вроде же были. Дно. Полный набор. Стропоны захватили? Тут свои есть. Снимали, блядь. Так понимаю, собирать здесь погрузиться очень глубоко. Я бы сказал, да проверить, да крутые двух. Так. Прапора один магазин на АПС. Что это за лодка такая? Вот такой один магазин на АПС, блядь. Это выход на завод одноразовый. Это автоматический пистолет. Что такое один магазин на автоматический пистолет? Ты на заводе что-то слишком много хотел? До конца смены отработать, что ли? На станции? Да, на станции сейчас. Жрис, не помнишь, где этот ебучий яйца-паразиты эти? Не помню, могу предположить, что где-нибудь в медичке. Блять, Кэп, подкрывай там хуйню всякую. Токсичную. Токсичная, но на борту. Ну, может там что запрятано. Лирис, у тебя есть эта открывашка от этой хуйни? О, блин, патроны по мясу, прекрасно, блядь. Ящику биологической, ебать его в сраку опасности. Нету. Где у нас этот? Где у нас шоковая палка? Ты куда напиздить? Да. Кстати, спасибо, что напомнил, блять, надо обе взять. Любой, кто, сука, тронет патроны в пушке, пиздюлей сразу. Ща. Эп, ты как там? Живой? Отошел, похуй. Мирной. Зарезай. Ща проверим. Да, вот они. Так, где Кэп обоссанный? А, уже живой, нормально. А ты все забрал? Я все уже сделал, все нормально. А этот, блядь, оружейный ящик ты что не вскрыл? Да, блядь, это в следующий надо раз. Надо повторить. Лирис, держи. Надо повторить. Ты знаешь, что делать. Еще и медицину качнешь. Где наш капитан? А, вон он, капитан. А подожди, а куда? Ты же не вернул обратно. А, точно, она же в этом. В ящичке, рядышком. Но... Давай ты мне скажешь, как ты не получил удовольствие от того, что дал убист. Сейчас я спрячу куда-нибудь. Улику. Завод. Ну слушай, штукарь, плюс штукарь. Стоило того на 200%. Я бы даже доплатил. Почему мы перезагрузились? Расскажите мне, что случилось? Мы не перезагрузились, мы продолжаем. А почему у меня снова сильное шипоповреждение органов? Тебе кажется? Да, да, доктора еще не дошли. Ребятам нужен был ключ, Саня, ребятам нужен был ключ. А где, блядь? Так, ну-ка. Ах ты, крыса палубная, блядь. Просто не играет. Вот именно поэтому я и на подлодке. Вот он, блядь, крыса палубная. Серега там, что ли, зашел? О, там все ебать. Ебать, да. Сань, твоя штука под тобой.
Кто взял, кто забирал ключ, вы такой скажете, нет? Нет. Хорошо. Отъебываем. Ща, дай подъебнем, подожди нахуй. Ща, блять, отъебнем, блять. А, кстати, куда мы... Так. Чё у вас там за буйство? Не туда ебёшь. Чё там происходит? Сука, ты у меня, блядь, забрал, нахуй. Ты у меня, блядь, забрал. Конечно. Сука, забрал. Подай медицину, подключаю. Да ебать тебя. Или нахуй. Ты, блядь, меня забрал, нахуй. Капитан, блядь. Сука, он еще... Вот теперь отбываем. Вот, сука, нахуй. Ли, замотаешь? Не замой, Киря, не заматывай, нахуй. О, как новый! Привет! Похоже, у тебя все кончилось. Стал. Ну я тоже сейчас кончусь. Чё, погоди, я занят. Заново. У них заедение. Так. Ты ничего не видел? Бинт? Ну хорошо. Откроем мне в лифт уже. Первым делом. Где он у тебя там валяется? Крови. А, все, сам откис. Где? На поясе. Сам хорош. Откис, все. Стоило того на все 200%. Ну, время. Рестарт. Да, блядь, качай его, качай, качай, Кирилл. Да толку мне качай, мне нужен пакет крови, блядь, туловище. Качай до конца. Это дебэнкование какое-то. Коновалы, блядь. Сука, еще и в рану мне паршманули, блядь. Я ачивку получил. Да ты ж еби уже в канал. У меня ачивка, блядь, знаешь, какая у меня ачивка? Подебэгать клоуна. Кого? Клоуна, сука. Стоило того, блядь. Ну давайте рестартём, хуй с ним. Так, как оно там? Скафандр с меня сними. Да там уже что только не снимали. Ой, блядь. Ой, блядь. Сука, я специально, блядь, все перенес в общий ящик. Нет, я не такой. Да, да. Так не в общий ящик, в этом-то беда. Понимаешь, в том-то и дело, что не все. Так, что-то с нуля или что? А, нет, это мы продолжаем старый заезд. Ну как старый? Старый, который без панды, который имеет право на жизнь. Ну ладно. У нас есть безопасник, у нас Риус есть, огонь. Да. Хоть кто-то сможет делать эти рожки для мороженого. Все лучше детям. Блять, я медик, у нас есть медик, Кирен. О, блять. Так. Кому-то уже ногами пиздят. Я просто поздоровался, блять, с этими чертями. Кирен, блять, я там две репы заработал, ты две репы проебал. Да. Я тут пить сейчас собирались, блять. О, ради чего все начиналось? Ради токсичного ящика с токсиками ебучей. Кэп, нужно вскрыть этот. О. Ящик, как там, биологической опасности, вон. И яйца Каликса оттуда достать. Куда-нибудь в соседний о, шкаф. Бродик. С синим шкафом. Да ебать, блядь, мусора, нахуй. Мусора, сделайте что-нибудь, блядь. Че, че там? Я, возвращайся я на подлодку. Пытаюсь, блядь. Подожди. Да, я пытаюсь, нахуй. Сейчас там один хуй течет. Упал один. Ну че, спалять? Ну подожди, не. Так вот. Че там? Ты хоть сам подлечись? Ты норм?
Да, 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 ща. Там, блядь, где у них хуёво. Ривус, там дальше ок? Смотрю, где. У нас тут нигде, блядь, не ок. Ну, если что, я кого-то скрою. Лист, особо не хилься, сейчас это подлечат. О, дай бог. Живем. Ну-ка, а чего от нас хотят? У нас там капитан буйный. Если, конечно, броник хорошо защищает. Держень реактора 12%. Угу, так. Репа снова с нами. Бомба разминирована. 5. Блин, чувакам надо как-то это, путеводитель по станции родить. Некоторые настолько хитро выебанные. Проще уплыть до следующей, чем найти что-то надо. Так, миссии на все. На все деньги. А смысл? Мы все равно ни одну, блядь, не возьмем. А не, есть одна, разборки с артефактом. Кстати, блядь, на все деньги нужно же качнуть этот, сука. Да я сейчас, если что, я туда сбегу. Кстати, что заточило здесь? Интересное? Неинтересное. А что у нас корпус титан и алюминий, да? О, Ривус, помоги, пожалуйста, вытащи бронежилет с сейфа. Да, я его вытащил, видишь, он на мне. Да ладно. Йоуся. А кто-нибудь жал, типа, кнопки стрелять? По кнопке? По кнопке твич. Блин, кто-то там бану захотел на твиче. Так, ну чё, катимся дальше? Или ещё кто-то что-то затаривает? По-моему, но... Ой, бля, артефакт. Ой, бля. Ну, смотря как. О, не надо, не надо. Да в любом случае, там Гардиан, это же. Да насрать, мы их раскидываем как на раз-два. Ну что же ты? Дайте мне им ебать. Кстати, нас почитают в коалиции, можно не беспокоиться за счет прохода до последней зоны. Че еще раз? Реп из коалиции хватает на последнюю зону, там 60 с плюсом, кажется, надо. Зону мне не хватает. Так, ну что, ребята, мы поплыли. А то. У нас маяк и... Ну, маяк и все, кажется, и артефакт. Руины. Чего-то скафандров совсем не хватает. Тут наверху еще один есть.
Типа просто валяется? Не, я это сам, в шкафчике. А, не, я как раз проверяю, чтобы по шкафам типа были. Все вроде есть. Внизу, вот мощная цель, три штуки. Молот. Пробоина в инженерке, в кислородном и в балластях, мы тонем. Что это по движению от молотов? На верхнюю пушку пересаживайся, на 10 часов так. Касание. Золотой. Сейчас будет удар об днище, походу, нет? Нет. Нормально. Ты еще над нами? Да. Скажи, когда возвращается. А, вот. Это хороший. Это хороший. Золотой где-то еще там есть. На 10, на 11.30. Блин, 5 часа и, блядь. Но он еще живой. Живой. Там все еще так же? Насос в инженерке вообще, блядь, работает? Нет, а, работает, вижу. Пошел снижаться уровень воды. Может, ты молчишь, так. Что он уже входишь, чтобы зайти. Нормально, прогнал. Электроэнергия кончилась. Да, сейчас поменяем. Где-то я ебнул, так неплохо попал все сюжет. Да сейчас это воткну. Вижу его. Или все, он готовый. Ребят, мы куда-то плыв. Блять, ребят, пизда нахуй, пизда. Да что? Мы на глубине 3800 и только что с 4 часов была инфраволна. Позвонили. Ага. Давай наверх. Позвонили. А ну-ка нахуй наверх, блядь. Я слышал звук, мне не нравится. Так, тревога орёт. Где-то шлюз или что? Всё, не орёт. Всё по движению, ебак. Если что, у нас есть катушка, раз. И, во-вторых, есть приманка, если что. Так, хороший вопрос. А катушка-то у нас есть? А, да, есть. Да, это катушка. Чё у нас по электрике? Так, а... Да, значит, сдохла тварь всё-таки. Да, там... Всё уже хорошо. Так, здесь вроде всё ок. Ну и риски, которые да. Вот все крутые. Что? Так, надо попробовать сделать титан с алюминием, чтобы все у нас было хорошо. Электричество пизда через 3, 2, 1. Будем их на пушки выманивать или что?
А проще посмотреть, кстати, с капитанского монитора, где что цель, посмотреть? И просто прострелить нахер. Ой, цель над задней пушкой. Ровно? Не над лазером, над задней. Чуть левее, чуть левее. Вот это прямо оно, да. Разбейте фрагменты, оно прям вот там. Нет, Кирен, ты левее бил, было норм, левее. Вот туда? Да, вот туда, да. Чего-то он вообще не ломается. Ломается? Сейчас посмотрим. Да, ломается. А, все, перезарядка, то что, погоди. Сейчас, погоди туда ебашить. Погоди, чуваки, я гляну личиком. Да я пока перезаряжаюсь. Угол справа, вот самый угол кто-то ебашил, почти разбит. А левый, все только начинается. Ну, продолжайте. Пипец, тут аж столько еб... Уже выстрелили. Я с первого ряда смотреть не особо хочу, Саряныч, так что... Да ладно, ты подойди. Ну тут он прочный. Так, дайте-ка я еще гляну. Или увидите его. Ну его нет, но рассираем. Ты его тут прям подвозок не погоди. Так, ну Лил съебаш прям туда, Лирис, похерач. Странно, блин, вроде как он треснутый, но дальше он не повреждается ни хрена. Блин, может надо что-то посерьезнее, чем это. Может офигель ехать. Дайте-ка я попробую резак потыкать, чтобы сразу хп увидеть. Ты уже почти вторую коробку разослал. Ну как бы патроны не резиновые, да. Нулевая крепость. Тупо не разрушается стена, пофиксили. Блять, мы всрали столько выстрелов. А не-не-не, стой. Вот то, где не херачили, смотри. Тут нормально. Господа, есть смысл продолжить. Ну, типа, ладно. Так, что, ребята, блять, смотрите на меня нахуй и дефайте. Ай, блять. Все, я не могу сейчас, подожди, тебя Лирис тоже прикрыть. Меня сейчас дало, да меня почти все, убил. Кирен, мне нужен хил. Жду. Видишь, как я хуёво. Да знаете, я сейчас, наверное, доварю. Так, я за коробку еще одну. Угу. Спасибо. Здесь тупо есть небольшой фрагментик, который можно прогрызть сейчас. Ну попробуй. Главное, не чихай. И еще один пиздюль, дай. Все, погодь. Да, я все равно в коробку просто забивал. Так, Тигра? С какой стороны, ты справа? Снизу. Блядь, ты на нижней? Да. О, блядь, вот. Погрызи нас хорошенько. Блядь, о, внутрь, походу, пробивается все, я пошел. Зарядники разряжены. Настало мое время, а ну-ка с руки. Блядь. Ничего. А, внутри, да хуй его, туча их, внутри! Блять! Есть смысл возвращаться туда? Да пизда нам, походу. Одного разосрал, второй сейчас меня, по-моему... Нет, ладно, я почти... Блять, он почти убит, он меня доедает! Добей эту суку, добей! Он меня убьет! Однако это и удачно съебался.
Бля. О, да там еще три внутри. Ладно, все. По-моему, о, может, блядь, это... Тигра? И снаружи здоровенный, блядь. Привет. Привет. Здесь заебись, залезай. Еще два здоровых просто, блядь. Ты его взял, блядь, блядь, блядь. А почему, блядь? Если это Насонов, нам пизда. Это бесконтрольный. А где подлодка? Гораздо ниже. Ох, зря. Садись на пушку. Какую? Нижняя верхнюю. И любая верхняя. Блять, ну только артефакта сейчас не хватало. Сука. Одного добил. Внизу больше целый. Поверху. Блять, артефакт плющит, пизда. Был бы у меня противожилет, я бы всех. Это что, тарт дебак, похоже, да? Да. Я еще одного этого тигра видел. Да, не просто так, на верхнюю пушку, если можешь, дотянись. Дотянись. Я пойду артефакт забаласовать. Нахуй артефакт, дотянись до пушки, блять. Какой есть? Верхний, сука. Блядь. Я завариваю от крокодила, который нас прогрызает просто. Когда тягиваешься. Левый, блядь. Шоу. Патронов нету. Готов. Ух. Так, ценой. Ценой потери от двоих мы как-то выжили. Окей. Так нормально, больше народу, больше нравится. Можно другого ведущего для детского утренника? Я потащил балласт нахуй. Меня так плющит от артефакта. А меня не плющит. Я откисаю в шлюзе. Верхний? Верхний шлюз, да. А, ну Кирен тебя спасет. Я иду, да, пытаюсь. Медленно, пиздец. Так, была страх заварен. Да, блядь, я плюю, да, блядь. Да, блядь, дайте я подниму выход. Ты не блюй. Так, похорошело. Вот он, прям, да. По течению. Все, не плюсердствуй. Ну, я не придет, нормально. Я с контролем. Блять, у нас, короче, выбита инженерка-кислородка. Повреждено в стыковочном порту. То а, все вылета. Нет, все не так плохо. Ну у меня глюки, что вся электроника горит. Она реально может гореть так, что электронику всю можно. Она вся двигается. Не горит, двигается. Так, осталось
Инженер? Блять, меня все еще коцает. Не, мне норм, я почти пилой, блядь. Так, а чего у нас по пробоинам? Я ж сказал, инженер кислородный. Инженер кислородный над реактором. Что-то как назло, вода вообще не уходит, что фигня? Прям под тобой, там пиво пускай. На инженерке очень медленно вода уходит, блядь. Блядь, чё так ты? Ничем. Я сейчас походу в кислороднике где-то откисну опять, да бля. Время вылечит, время вылечит. Времени не так много. Сначала корпус, потом электрика, потом механизм. Так, я все дверь заварил, короче. Так, реактор отсек еще пробоина есть. Вкусно зараженная рана, тебе было антибиотик. У нас минус электрика, почти все коробки, блядь. Там 6-7%, блядь, коробки нахуй. Одна из батареи ёбнулась. Зарядники 35%. Суперконденсатор 41%. Ну, можешь просто указать, где какая херня будет попроще нам. Повреждение органа. А куда артефакт утащили? В балласте Б. У меня какой-то дикий отходняк до сих пор. А где ты? Да в этих щитках. Понял. Ты, видимо, из-за зараженной раны, что ли? Угу, сейчас еще, еще. А все еще пробоина присесть в инженерке. Я пока на щитках. Ты в порядке теперь. Тот, кто может сейчас смотреть стрим, с тобой пиздец как не согласен. Я тебя накидываю, где не прятки. Первое это корпус. Оживить корпус. Корпус уже целый. Оживи, блять, эту коробки. Ну вот мы сейчас с листом роняя говно, их там изолентой накручиваем в три слоя. Сначала я полчаса блевал от того, что у меня были глюки от артефакта, потом еще полчаса от зараженной раны. Сейчас я блюю просто от морфинового отходника. А сейчас я блюю просто для души. Это какой-то калейдоскоп, блядь. Снизу множественные цели, иглы в брюхе. Сейчас, шум, покой, тебе нужно... Не-не-не. Стой, блядь! Вот сейчас, давай. А теперь тебя не вижу, блядь. Снизу и сзади. Здорово, блядь, тихо. Потом тогда. Так, все сверху сзади. Так, а у нас в балластных, в левой балластной, чуть-чуть покоцан. Там подлодка в дыре, блядь. Есть дыра и немножко под... Касание, передний отсек, блядь. Касание, тут называется, въебался? Это называется, блядь, я блюю и не могу ремонтировать подлодку, блядь. Зато без души. Ну еще и то не плачь, да? Вас сейчас, блядь, несет по полной слева снизу. Верху, блядь. Так, ну рад этот дом, дальше никуда не пойдем. Ниже некуда, мы на дне.
Где живность? Где живность? Вроде закончилось. Тогда где пробоины? Хочу сказать, везде. Я подозреваю, что у меня рис стоит, стоит, горит, блядь. Бежит, орёт, стоит, горит. Кэп, дай инфу по пробоинам. Отсутствует. Задняя часть отсутствует. Это слово совсем. Это моторка, это инженерка. У нас сверху откуда еще вода ебошит. Немножко шлют по косам. Пойду туда. Ну черт возьми, чуваки ходят по лодке, стругают. Это какой-то школьный выпускной, что ли? А ты смешной. Завтра пойдешь вот так и первым. Я и так всегда хожу первым, поэтому у меня шутки самые пиздатые. Как лежит, я там, блядь, заебись. На бис блеванул в скафандр. Трагедия. Я жил перекус, а потом? Да. Ой, бля, это тут пиздец. Так, подлодка почти заделана, нахуй. У нас пизда фабрикатор. Чините зарядники и насос в балласте А. Я так понимаю, в этом подлодку красить вот желтый, да? Да. Я же даже маску снял, чтобы это к современному искусству приблизиться. Заебали, ваше современное искусство, блядь, 10 секунд управления, невозможно сработать. Пахнет вчерашним оливье, блядь, с спиртом. А ты не дыши. Ты видишь, я скафандре нахуй. Новогодний сомелье какой-то. Прям подловили. Прям на проводку наблевал. Бля, тигр что ли? Да, блядь, заебали нам. Нос прогрызли. Они уже внутри. Блядь, у меня два патрона нахуй. Где они? Вверх. Балласти, блять, патронов-то нет. Они на этом приплыли. На артефакт. Если у вас есть патроны, самое время. Слим, вниз покидай, пока они еще не выплыли. Через люк. А они под нами. Они внутри, блять. Давай нахуй! Ёб твою! Блять! Я минус! Так, есть еще смысл лечить? Есть! Есть! Только, блять! Блять, зараженная рана нахуй! Там пиздец! Ты в курсе, у меня такое состояние, блять, на 2/3 экрана нахуй! Блять, там... Там хуйня живая, блядь, у меня патронов нет. Так, минус жас. Блядь. Ну, пацаны, блядь. Мы вернулись к тому, с чего начали. Я считаю, это рестарт. Нет, сейчас ты там вытянешься, нет? Слева, лирист еще слева вот залил, валяется. Да. Проблема есть. Да не, я не вытянусь нахуй, у меня список большой слишком. Блять. Я вытянусь. Слева от нас, слева. Да, пустой. А, там большая мамка приплыла и писку нам дала. У меня кончился я. Успех. Я считаю, это успех. Ну тяжко. Нахуй этот артефакт.
Его надо последним взять. Ты его как увидел, сразу такой, ой, ебать, надо брать. Ну последним, когда, блядь? После маяка, наверное. То есть, а маяк дальше? Ну, пиздец. Мы проплываем, зачищаем, а потом артефакт, наверное, так. Ну давай так. Причем, это только галлюциногенный. Для полного счастья есть артефакт Насонова, который призывает их еще больше. Вообще огонь. Да. Ладно, поплыли. Сразу реактор, стержень, посмотрите в реакторе. Да, это наименьшие из наших проблем. Сейчас, кстати, блин, в аптечке нет такого смысла иметь этот морфий, как физраствор какой-нибудь или кровь. Да морфий, что вообще прям жестко. Морфий вместо физраствора ебашить. Не, сейчас у морфий. Знаешь, почему морфий жесткий? Знаешь почему? Ну, чтобы нормально работал, нужна медицина больше 40. Мне даже стало интересно, сколько у меня. Ну, механика у меня побольше, скажем так. Просто, как это должно выглядеть? Ты берешь шприц с морфином и втыкаешь его себе прям в зрачок, как в Dead Space 2. С низкой этой медициной. Снизу цели, просто сдохну, да. Бабах! Где, я сейчас? Сверху, слева. А, ты решил это, не мутит сильнее сразу? Да, давление сдох. Минус 2. А, жаба от чего умерла? Давление? Да. Что ж вы, блядь, студентики-то? Ах ты ж! А типа когда вниз-то тебя несет, ты даже выплыть нормально не можешь. Костюм ни от чего, блядь, не защищает. Ну, у вас есть фора в пульс. Зачем носить костюм? Он слишком медленный, но на латах не надо. Минус один. Так. Второй, кажется, тоже второй. Отлетел. Где-то золотой еще. Сейчас будет, жди слева, еще левее. У нас энергия кончилась. Золотой, блядь, не такое, ну чё? Ну-ка, блядь, можно. Трупы на пушках стрелять. Золотой еще ушел. А, он вернулся. Бля, я не могу быть тут, пиши. Столкни его, да. Да, чего сейчас опять на заход идет? Да, идет. Вот ты, блядь, помирать-то собираешься. Ну все, откис. У нас нет электрички. И все два посмотрели. Маленькая пробоина в камере была старая. Как бы прикол.
все пошло по плану, мы не потеряли никого ценного. Электричество. Ребята, кто-нибудь стержень менял? У нас и батарейка кончилась. Я был в процессе. Батарейка в тебе, да? А, да там в шкафу слева целая тонна. Поменял. Ну, потому я этот сраный, блядь, резиновый костюм не снимаю. Ну нахер, блядь. Ты моргнешь. Давай, разгоняйся, 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 пожалуйста, блядь. Вроде идет. Да, мы чуть потолок им ебались. Ну, хз, хз, вроде нормально. Внизу иглы. Нет, не иглы, это тигр, блядь. Ёпады. Минус один. Один внутри, в нижнем шлюзе уже, почти. Бля. Мать тигряч, тигряча мамка. Отгоняю, сука. Пытаюсь. Телефон. Добитки, бля. Блядь, патроны! Патроны! Сука, коробки пустые! Я просто смотрю на битву Зарио за живучесть. Это ровно то же самое, что я в прошлый раз делал. Ты такой, какая пушка, блядь. Ставь меня быстрее. Спасибо. Я хотел поставить тебя в пустую, схватил, блядь. У нас капитан Крокодил теперь. Там новый кэп уже на месте. Помогите ему. Подожди. Пусти меня. Я разберусь. Все, пардон. Кажись, опять в ту же самую лузу загнали. Да, в ту же самую лужу сели. Ладно. Вид надо вам нравится. А, блядь, где они еще живые? Там еще крокодил спереди, на пушке. Да, блин. Может, сразу тебе сказать? Подожди, где? Еще грызешь что-то? Верхний шлюз грызет. Сука, такая сука, сука. А он уже, кстати, за это... За левую, 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 за левую. Он непосредственно над вами. Понял. Не достанет. Он внутри, блядь. Он в шлюзе, блядь. Да, вы понимаете, я вижу его. Я ему ебу, блядь, я ему ебу. Ух, блядь, я тебя, сука, не звал! Все. Так, все. Я помню, что раньше тигры были жесткими, но сейчас что-то они вообще... ёбаный ад. Да. Расковыриваю теперь просто по щелчку пальца. И причем, если раньше они были там... Потро и еще что-нибудь. Сейчас целым десятком летят. Забивайте, давайте посолочь. Не, чувак, голову, глаза я на респе получил один хер, так что... Все то же самое. Мне просто скучно в одно ебало стрелять ЧВКшников на заводе. А им тебя нет. Я вышел вот на завод, как последний раз, да? Я за весь завод съедал одного пацана, которого просто кадач первым патроном поставил, и что делать? Если ты глянешь стрим, здесь то же самое. Здесь трупы на фоне станков я самого респа. Я не глянул стрим, потому что его никто не дал. Или у тебя на твиче? Блин, твич, твич. Сказано, боже, еще полчаса осталось. Я к тому, что никакой разницы между тем, во что ты играешь и сейчас. Так все хуйня, что я говорю, слышно на твиче? Да. Конечно. А ты думал? Сейчас пойдут чисто отборные инворды. Ой, блядь, поплыли, ребят. Ну, блядь, 500 инвордов.
А ты помнишь, где книжку? Вы опять. Вы, а, это я понял, так книги хотите обсудить, да? Да. Да. Извините, типа... это просто мой южный акцент. Ну, мы и так-то все эксперты по агропрому и выращиванию хлопка, так что не переживай. Не, я смотрю, новые пассажиры как-то менее разговорчивы, чем старые. Да, это нормально. Они просто умирают. У нас к ним просто хороший подход. Так, про подходы. Там же еще будет встреча с пачкой тигров. Ага. Нет, так она и была. Так это одна пачка, а мы тогда и две пачки с ним. Там другой рофл. Я сейчас смотрю на этот... на маяк. Он охуенен. Вам нужно до него доплыть. Любой ценой. И главрюхи снова внизу. Нет, это скопуту опять тигры. Нет, это ежи. Это ежи. У, сука! А чего так много? Давай. Ладно, мы в водорослях сидим так-то. Водоросли это меньшая проблема. Да, вот половину только разберись. Почти уже всех убил. Три уже разбирается. Еще парочка осталось. Ух, да, блядь. Один слева снизу. Риус, давай. Снизу? Вот прям под тобой. Снизу? О, все. Раз, два, три, четыре, пять. Ну ты на пушке его только что порвал, все окей. О, кажется. Технически возможно. Не патрон. Так, у нас жопа подъебана. Это наше нормальное состояние. Реактор 50%. А чё на маяке? Чест. Вам просто надо будет это увидеть самим. Это почему-то звучит очень хорошо. Прям прекрасно. В данном случае это хорошо, то есть это, ну, это без подъеба хорошо. Это звучит еще более подъебно. Согласен. Давай, прям без рожденной раны. Что делать? Иди сюда. Ривус, пиздуй в реакторную, там есть бутылка водяры, накинь ее. Без шуток. Прям на лице, лол. Блять, кто-то пришел! Тигры сверху, справа. Ебаный! Чинаки. Сейчас. Опять дотло, да? Не, мы на маяке сидим. Да! Вот это и пойдем. Так, ладно, я четырех круг. Ну слушайте, все даже хорошо. Ни разу не токсично, я понимаю. Ну, в этот раз это зарешало. Главное, спасите маяк любой ценой. Ладно, окей, я не могу. Не, ну это... Ты с кем там стреляешься, блядь? А хули он такой, блядь?
слышал. Один клоун, и ты с ними что-то не поделил? Там один клоун, блядь, который пиздец лютый. А, я знаю этого клоуна. Я знаю ТВ. Чё, прикол? И чё это? Прикол в том, что этот клоун реально лютый, блядь. У меня есть лобой, блядь, да я ему всажу. Где ты, нахуй? Куда же, куда путь? Сейчас я затоплю нахуй. Так, там вход... Я слышу, как он пищит. А у него что-то хп вниз не идет, сколько он не пищит. Покажи ему свой значок. Все, его уделали? Нет. Нет еще. У него еще пол хп, блядь. Чел, блядь. Можешь мне, пожалуйста, сориентировать, где что-то? Под тобой, вот прям вход, да, налево. Я сейчас на тихо нахуй. О, сука, слушай. Или от Кирена, блядь. Дерись, не того клоуна. Где ты, где, блядь? Он внизу. Под лестницей. Вижу. Бля, фиолетовый. Травопотеря. Блядь, где это фиолетовый? Вот, раз. Это спасение. Сюда. Все хорош. Главное закрыть входную дверь сейчас. Вообще хорош. Фиолетовая монтировочка. Пока там лутался нахуй. Я ожидал, что это какой-то добрый непись, но что-то пошло не так. Это клоун киллер. Зеленые баллоны. Где он нахуй? Под реактором справа с ним. Да. Тут наверху на стойке для костюма еще зеленый болт бейте, пожалуйста. Вам нужно закрыть дверь, чтобы воды не было. Забрал? Ага. Скафандр. О, синий забрал. Что-то нет заряда батареи. На, да, потому щитовой. Что, блядь... Не-не, у нас именно щитовой. Выключили, что ли? Может быть. А где реактор? Справа. И там, кстати, корпус покоцанный. А как отсюда? Так. Ну если только левую штуку разнести, эту стойку ехать. Он реально пипец. А где реактор, блядь? Скажи, да. Реактор. А, отличный вопрос. А, по-моему, оно на батареях, слышишь? А, ну окей. Сварочник и зеленый баллончик еще. А в клоуне хоть что-то было интересное? Нет. Ну я маску спиздил. Это типа которая легендарная маска, которую ищут, что ли? Не, это которая просто подводная маска. Блять, а где мой ключ? Где мой ключ, блять? Куда-то проебался мой капитанский ключ. Я в начале раунда спиздил и сдох. Я пойду скружу. Не, это шутка на самом деле, ну.
Блять, да какой поток тут мощный. Закрывай, закрывай. Закрой вторую, там две. Да я нажимаю, она не нажимается. Все, стоим, подожди. Насос, наверное, не работает. Я подозреваю, что там вам осталось только включить маяк, потому что... Не, есть все равно, просто все идет. О, маяк работает. Животное сверху, просто пиздос. Слим, если ты сейчас до пушки дотянешься, будет хорошо. Бля... Несанкционированный доступ, в смысле несанкционированный доступ? Да, вся щитовая уже в живности. Бегом нахуй! Подожди, как у пони вся щитовая живность? Че, на живность? Ну поеду. Здорово, блять! На нахуй! Идите в жопу, я здесь, короче. Все. Вроде все. Штурвай, спасибо. Бедная подлодка, серьезно, мне ее просто жаль. Такая жизнь. Чего, блять, удостоверение свое найти было вообще похуенно. Ну, ник над тобой написано, оно у тебя, наверное. Синус. Какой ник надо было написал? У тебя, твой написан. Нет, он надо написан на Мохаммад Хокер. Слушай, а вот компоненты косинус и компонент сложения, они для чего нужны? Это херня для, для электрики. Логишки. Да, логишки это очень. Понял. Ну я все равно забрал. Вот Кирен, я кто? Ты? Зарево. Да, ладно. Кто я, откуда, зачем я здесь? Время артефактов? Да. А точно не хотим. А где эта херня вообще? Ох, ё. Там артефакт далеко, блять, я вот смотрю. 3500 кредитов. Ну, блин, на самом деле мы там просто пропиливаем вход и забираем эту херню. Так. Сразу же уёбываем. Вас сварочник с фиолетовым баллоном закинуть. А я его сюда его закину. А, вообще в этой... Где? Скажи мне, в реакторной у нас все... Да. А, ну я могу как с... Я единственное не могу увидеть там, где-то этот головастик был в прошлый раз. Я его сейчас вообще не вижу. Он был справа. А таким Риус. Я сейчас вот здесь. Ну там типа вообще никакой живности не видно, если честно. Отлично. Благодарю. Наш корабль будет благодарен. Я прикарбаю. Ножики, бля. Вон, бля. Ущерб. Ущерб, блядь, по жизни. Всего. Скажи, что зависимость отзовется. Зависимость от баротравмы, в принципе. Можно еще полирнуть... Корпус, короче, под капитанской и над реактором ровно. Приказ полировать капитана. Трубку ему это пополировать. Показывает инженер. Нормально. Зарядники. Хуяк хвостом.
Блин, есть смысл реакторную починить. Реакторный. Да, блин. И прямо над реактором можно чуть-чуть попилить. Там типа внешняя обшивка попасла. Что в тебе ползу? Снизу, снизу, снизу! Бегу! А снизу это два трупоеда, сдохших тысячу лет назад. А, похуй. Да блять! Мой звездный момент. Прям над нами. Ну слушайте, живность появилась, живность появилась. Да ёб вашу мать, ты куда, чего? Стреляй прямо вверх. Кэп не может в инфу. Заебал, блять. Да блять, я сказал же, прям над нами артефакт. А, прям над задней пушкой. Перевожу субтитрами. А, блять. Сука, спасибо. С пигмийского перевели. Знаете, там, наверное, есть смысл разваривать этим. По-моему, да, резаком лучше. Резаком, как-то получше будет. Пиздец, как много надо, очень много. Лучше разрезать. Че, пойдем вдвоем тут подрежем? Давай, подрежем. Или... Давай. Или один на пушке. Но у вас кто-то должен быть на пушке, полюбас. Слим, возьмешь тогда пушку на себя? Мы будем резать. Слим, пока можно оживить этот щитки, если что, я дам знать. А вот это уже убили. Так, я что-то слышу, оно близко, блин. Оно там внутри где-то шароебится сверху. Так что... Жесть, я думаю, у нас баллоны полностью. А что дороже, баллоны или патроны? Баллоны пополняются прямо здесь, на халяву. А, ну заебись, да лучше все. Тихо, не надо, да, ты там не помогаешь. Крестим струй. Ну вообще дамажится там? Да, половину хп уже сняли. Ну явно быстрее и лучше, чем патронами, да. Кстати, еще момент, Слим. А посмотри слева зарядники. Они что-то не заряжаются ни хрена. Там, наверное, в них надо покопаться, типа выставить заряд или что-то такое. Нет, 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 там другой прикол. Сейчас я включу, пойду. А, работа от батарей, окей. Там кнопку нажать. Ну, типа, работа от батареи, да. Потери там заряжаются. Угу. Есть, наверное, смысл кинуть артефакт прямо в хвост нас на движок. Чтобы меньше блевать от этого дела. Чё, как успехи, слушай, пацаны? Почти зарезали. Слушай, а ты не брал с собой этот сам, как мы забыл, скат или как хрен, чтобы быстрее двигаться? Не. Просто пока я думаю, сейчас до конца не прорезай сейчас, да. Как? Внутри, там, в самой комнате чисто, все норм. А, то есть пофигу, там нет врагов? Да. А, куда все речь? Я в прошлый раз также и залез, типа, просто можно было спиздить артефакт. Единственное, когда режете, один, наверное, пусть лучше вернется на пушку, чтобы вдвоем смотреть. Или разберешь тогда его, я пойду. Я на пушку пойду, я надолго не хватит. Окей, окей, без проблем. Если головастик вылезет, то он, наверное, над лазером будет где-то справа вообще. Блять. Ну, у нас тут все на пушках. Да, психотропный, блядь. Никакой живости больше не полезло, все норм, типа. Идеальное преступление, что в Payday так?
Туда полностью, тут полностью. Я подозреваю, что я руинил всю катку, поэтому сейчас так все так гладко прошло. Ну понимаешь, у нас тут есть целый выбор, как бы. На выбор руинил либо ты, либо жаба. Но жаба вообще молчит. Не успел, да, заруинить. Да. Ой, бля, хапанул психозику. Ой, найс. О, бля, погодь, у меня же. А где? Тошнота пошла. Закуриваем нахуй. Курим. Курим, пока не станет заебись. Заебись, блеванул. Знак качества. Пошла покраска. Вы закинули в самую жопу корабля, да? Да. Все равно блюю. Ладно, надо просто быстрее доехать. Это чисто на энтузиазме, все норм. Ой, а, ну да. Тошнота проходит. Чё-то у меня нихуя. Я сейчас просто наблюдаю, как Кэп с гаечным ключом пытается управлять на пульте. Как помните этот мем, где чувак гайку крутит, типа, а резьба не сходится? Нет, тошнота пизда не проходит. Да. Это что было? Чем можно... Вы что-то ебались на... Нет. Все нормально, вы просто по трипам. А плыть до выхода еще. А, я понял, я вижу, блядь, всякие волшебные поломки. Существующие херню. Или, блядь, реальная поломка. Нет. Я починю! А вот то, что батарейка кончилась, это реально. Нет, это глюк, реально? Я не верю. Я не верю. Мы на батарее встали. Скажите, когда поменяете реактор? Поставил. Там еще блюет. Ты хочешь на брудершафт, что ли? Где там Риус? Где ты есть? Я у пушек, но я у грудюх не блюю. Пушка, да? Ты точно вставил, блядь? Что-то нихуя не заметно. Да, пошло. Ну, психоз все максималочка. Да вы уже до выхода, наверное, доплывете скорее, чем будешь лечить это. А, у меня это есть, кайф, да. Где пошло, блядь? Ты не буду псих, куда не блюешь? Мы сейчас на батареях идем? Да. Нет. Ну вон батареи зеленым горят, разве нет? О, сейчас нормально, сейчас на реакторе. Нет, не горят зеленым. Мы на реакторе. Но... Энергии не хватает вообще нихуя. Блять! Где? Сзади. Что там? Ты, наверное, на старые трупы триггеришься, там маяк, где еще что-нибудь. Может быть, но там прям здоровое такое белое пятно здоровое было. Но я это не... клоунище. Моя жопа. Это Рилли Хонкер. А если я глюциноген огонь лизну, я сдохну? Охуенно. Нет. А что-то вы вниз катитесь? Ага, окей, блин. Сука, кто нас пиздил в этот конец, блять? Когда... Кирен! Это был Кирен! Так на самом деле можно было с трупов спиздить. С трупа залива. Я знаю, когда он его спиздил просто. Я такой, ну ладно, хуй с ним, не могу найти. Блять, ну где-то же он мог проебаться такой. Вот он. Я забыл про трейтеров вообще. А я что-то не знаю, впервые увидел эту хуйню, такой, ебать. О, такой, типа, спилите документы, такой, Смотри, у нас был маяк, а потом у нас круг почёта, блядь, по четырем станциям. МБ, мы через низ? Нет. Мы уже наверх поплыли. Работает ли книжка подводной войны? Потому что, блядь, она почему-то у меня не будет работать, я А ну, покажи, дай. Давай.
у оружия. В оружейке, короче. Так, осталось кишки это вернуть. Все, под дверью. Подводные войны. Ну-ка. Оно должно, по-моему, управление и оружие повышать. Меня он почему-то хера не повышает. Так, это не мои кишки. Это мои кишки. На удивление не тратится. Чё, блядь, с электроэнергией? Почему я постоянно, блядь, не хватает? А опыта не прибавило? Не? Чё вообще? Ребят, чё, блядь, с выработкой электроэнергии? Почему её не хватает? Может, что-то ебашит там. На удивление, да, книжка что-то это. Ну вот, блядь, она у меня, столько как я скилл взял, стал появляться. Вы там зарядку батареи на максимум, что ли, въебали? Ну, погоди, я и тот не зарядил. Давай посмотрим, реактор. А, не, нормально, нормально. Да, обычно читалось, типа тратилось, но хз. Давай плюс, если плюс давление. Если долго поддержишь, она... Бля. Спереди две цели. Спасибо, что сообщил. Да пиздец, блядь, я... Включился и включили реактор, у меня нахуй стало видно. Это 3 часа. Блять, опять нет электричества. Давай выключим. А, кто-нибудь будьте другом, подайте красный код. Касание мы на дне сверху. 12 час, 2. Ебать. Блять, блять. Чё у вас там такое происходит? Трое, три молотоглава. Да блять. А, иди. Ой, да блять. Так, ну давай попробуем побороться за жгучесть. Последний на 12. Идет на нас. Механик? Плюс механика, изолентой тут все перекручиваю. А оно сдохло, нет? Понятно. Кстати, ты в курсе? У меня уже 44, блядь, механики. Хотел жить, как никогда. Ну, пиздец, блядь. Так, что-то еще есть покоцанное с корпусом? Сейчас баллон поменяю, скажу. Я просто знаю, с кем я плаваю, поэтому я никогда, блядь, не снимаю кислород. Почему Керан быстрее меня ходит, блядь, в костюме? Потому что я просто быстрее, это навык этого. У нас копсон-то здесь. Короче, нижняя часть жопа. Блин, нам нужны магазины для ПП и патронов? Да, нужны. Да, да, да. Тогда я учу. Я уметь. Снизу давление. Ну нахуй. Рис, ты можешь вниз занырнуть? Ты же в скафандре был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где? Где? Здесь? Здесь? Да. Да куда идти-то, скажи хоть, господи. Снизу что-то, да, где крафтильня. Снизу, сука, у нас весь низ. Какой низ именно тебе низ? Под реактором. Так, все уже норм. Ну спасибо, блять, хорошо хоть не ёмчу. А чё по северному направлению? Ебать, сколько нужно ДЦПшника, чтобы поменять лампочку? Да, все. Все равно мало, блять, все равно мало. Да, здесь еще а, немножко под это, под дверью в инженерном отсеке, там где. А, все, понял. Вот. Да.
Нет, реально открываю эту дверь, оттуда трое вылетают ремонтиков. Ты шо? А ну ты ж правда никогда не открывал. Так, мы обо что-то пизданулись. Так, если у всех, по-моему, это ёбнусь всё-таки реально. Блять, это я отвлекся, и мы в потолок ебались. Это мыло уронил. Ну пиздец, блять. Ну, блять, вот такой у вас капитан, блять, и внимательный. Было ли? Запишем. Другого нету, блять, жить что дали. Да хули, я жалуюсь, что дали больше. Поплыли за дальше, вы... блять. Маяк в километре. Фабрикатор включен по дефолту. Он уже включен, он работает. Он не только включен, он ебошит на все 100. Может вы его выключите, блядь, ребята? Ты конструктор ебашит. Энергии нахуй не хватает, блядь. Так, блядь. Включил. Я тут пытаюсь трупы на пельмени переваривать, а вы? Ну отложи, блядь, потом переваришь. Ну рили просто энергии пиздоси не хватает, блядь. Да, что? Да, я просто... Ты появился у меня из темноты, братишка. Да, потому что, блядь, кто-то переваривает трупы на пельмени. Будто что-то плохое. Тихо. Цель на 2 часа. Две цели на 2 часа. Уже въебывают. Золотой. Въебывайся. О, бля. Энергия кончилась, блядь. Чё, по направлению или там уже ничего не видно? Я сейчас выработку побольше поставлю, лишь бы не загорелось. Нормально должно быть. Не-не-не. Все еще не горит, давай больше. А нет, сто, на 10 часов. Локер попал, блядь. Все, все, отходит от нас. Я вернулся. Подняли маяк. Есть предложение просто его продырявить и все. Маяк? Да, вместе с клоуном. Знаешь, что там? А ты видишь там клоун, это другой маяк. Че, открывай? Ну вот и выясним, есть там клоун или нет. Там, ну, а клоуну похуй на давление, если что. Но на снаряды-то нет. Кстати, ежи. Ежи. Передний, правый, то есть возьмите, я не на нижний. Ходи. Блядь. Чё там, где там? Слушай, мне не нравятся луки. Ну, да. Троих положил. Да, наверх. Блядь. А я все, я пустой. Я там, бля, росли... А, Слиму починить надо, видимо. Так, я на корабль обратно. Дверь, блядь, откройся нахуй. Где, блядь? Я не врач, Слим, я не помогу еще кого-нибудь еще. Так, в чем беда? Психоз? Господа, у Слима психоз. Ты более чем живой. Заперли. Наверх, ебанитесь, пожалуйста. Они не могут. Ну подожди, мы пытаемся поправить еще. Да, есть проблемы, блядь. Да сейчас я прорву. Или что наверх? Надо точилу поднять или что? Я пытаюсь, подымаю. Я сейчас оживу нахуй. Я совсем, ты что, сами оживешь? А, ты меня починил, я что тебя... ли? Да, я тебя починил. Пробоина в этом, в шлюзе верхней. Вы можете поднять? Мы не можем. Ты сваривай, блядь, стенку. У меня нечем, блядь, у меня нету этого. Сука, где пушка, я бы тихо открою. У меня, блядь, мышцы. Понимаю. Это хасковая инфекция. Я разварил с ёбовым. Так,
озноб, да. И вот теперь не понимаю. Налево. Вы дрочите нахуй! Да! Стрель давай. Опускай ниже, ты его сейчас от них уйдешь далеко. Вы нижний шлюз не закрыли? Блядь. И сейчас, короче, я не смогу... Слава богу, что не закрыли. Ну, сейчас его ключ отнял. А он, смотри, влетел. Кирен, иду в медицину. Ой. Поехали. Да. Всё, запись, шоу заражение. Еще кровопотери, блядь, возместить бы вообще было похуя. А, сейчас. Ух, не скучно, конечно. Живем, а теперь кто-нибудь на нижнюю пушку, блядь, ребята, и смотрите, там хаски, блядь. Так, шо, можешь меня проверить через очки? Да. Возражения нет? Блядь. Всё. Погоди. Я начинаю прострел тогда. Нормально. Я еще посмотрю. Масс. Чуть-чуть левее и останови ее. Если нет, то значит иди, значит я вылечу. Все окей. Кэп, а ты где сейчас? Остановитесь. На койле. Зависите. Я плыву обратно к маяку. Вы сейчас его распидорасите, остановитесь. Не распидорасит. Бля, опять стержень. Сейчас, погоди. Блин. Давай, это возьмем узлахай. Блять, он еще внутри. А ты выйди, уйди. И куда иди? Отплыви вниз. Отплыл вниз. Да, он пробивается, блядь. Да? Я вижу его, блядь, но я не... Так, да остановите, блядь, ёбаную лодку. О, я попадаю в него. Сейчас пойду на капитанскую хуйню встану. Он еще живой. Нет, я могу его забрать. А, ну хорошо. Но есть нюансы, там было двое. Я не вижу. Так, у нас вот чуть-чуть как... покоцано справа от шлюза. Поебашь его резаком? Да, можно отпилить, кстати, голову резаком. И у нас нижний шлюз, короче. Я вижу второго, блять, он подходит к вам. Отойдите оттуда. Угу. Отойдите оттуда нахуй. Отхожу. Уи, сука, блять, патроны кончились, лодка опять канаёбится. Сейчас станем красиво. Я ему руку, блять, отрезал. Сейчас, выманю его, бывает. Я перегружаюсь. Все, вон и замрите. Вот так. Че, где он? Снизу под этим. Под маяком, что ли? Да, походу. Не. Ну, внутри был. Сейчас, я умою. Давай, мужик, давай. Бля, короче, я думаю, он мертвый, почему-то, чтобы не видеть руки и ноги. Это все лишь царапин. Ну, должно быть прямо оторвано. Ну, он и оторван, рука и нога. Идеально. Оп, за мной. Чтобы... Блять, оно опять отплывает. С фрагментами все это было. Блять, он меня укусил все-таки. Давай, я его на себя вывожу. Это я, блять! Блять, да вы заебали! Дальше. Да вот, тут рваны. Для кислород. Да, мне есть с собой. Я вообще не буду. Не попадаешь. Так. Так как ты был немного покосан. Бывает, патронов нет. Заменил? Нет, это вообще не так. Да блять. Так в смысле, ну вот, есть, на. Где? Внутри. Ну. Нет? О, вот целая нашлась. В смысле целая? Ебать их тут сколько? Давай, ебош. Да, внутри никого? Ну, в смысле, из вас своих, а не у... Я. Вот. Тем более, ебу. Не ваш. Он где-то в верхней части, блядь, заныкался. Ладно, блядь, что заныкался. Чувствую ее прям. Ну, мне кажется, он тупо не пробивается.
Это ты там что-то срезаешь? Да. Он что это за какие-то медицинские ошметки? Чё за хуйня? Бля, может, просто да, я выплыву, пристрелю его нахуй. Да я уже. Где он там? Вот он здесь был, за дверью. Отплыли? Вы закрываете шлюз, типа, водичка-то растекается. Он опять фуловый, блядь. Блядь, дайте я ему постреляю. Просто. В одной будем, он будет точно ходить. Да не режь ты. Саня, вот отойди. Вот зачем ты? Не, он живой. Да, блядь, да, он живой, нахуй. Любаш его. Чуть осталось. Ох, не нахуй! Все, пили его нахер! Так, и теперь следим за сообщениями. Очки, если что, на месте можно. Он сейчас развестен, блядь, ребят. Отплыви! Не, вроде мертвый. Отставить панику. Не, видишь, у него сейчас заполоска. Блядь, я бы еще бабу ему в него всадил бы. А теперь завариваем, блядь. Я че заварю, блядь? Так. Все, слушай, все заварено. Залезаем тут. Да здесь норм, Слим, я пока это проявляю. Да, что у нас? Все стучу, да? А? Надо люк закрыл? Да. Вон для ружья валяется. Чё за хуйня происходит? Идет. О, нихуя синяя отвертка, блядь, я его возьму. Да, вот все, уже почти спустил по шликера. Захвати с собой огнетушитель. Не с пустыми руками возвращаться же. Да у нас вроде есть. Ну, еще один не лишний. Исходит. Че, блядь, я так медленно иду? У тебя, считай, все ноги слабо косы. Бля, у меня ногам вообще пизда, рваные раны. Там открыто, что ли? Нет, тут пробой, очень пробил. Вот, все. Ага, билд не помогает от рваных ран, понятно. Бля, лили? Что за херня? Во всяком случае, мне не помог. Капитан, почини мой, блядь. Медик, лепила, полеп, залепи меня, блядь. Уже. Ой, вижу. Все, хватит. А то, блядь, там опять зависим. Мне хватает. Будто что-то плохое. Это нихуя, все равно пиздец мне. Да, хватает, блядь, зависимость. Ну, зависим у тебя в любом случае. На тебя блядь, хотя бы эффективно. Вас не учили с собой дверь закрывать? Так мы же выходим в процессе. Так, возьми давай тушитель. Да бы был. Блять, поверь, чувак, вот, блять, на подлодке лучше, когда тушитель есть. Юрист, справа щитовой куда-нибудь поставь, там пригодится, поверь мне. Да уж про щитовой хуй, блять. Там, по-моему, есть, сейчас посмотрим. Ну, не, больше, не меньше. А он есть справа, щитовой, так что...
что-то грызет. Нас грызет что-то, по-моему, да. Градки в щитовой. Один трупоед. Патроны, все. Ему хватило. Погоди. Надо, блин, посортировать патроны, ебаный. Патроны я, представь, ты мне сейчас докидываю. Держи. Ебашу. Вот ты второго добил. Хорошо. И еще. Нос разгрызу там. Так, у нас пробоина в камерах балласта ПЦ. Они втыкаются, это нормально. Они в магнитку идут. Цепная не втыкается. А нас кто-то грызет, блядь. Так ты ж капитан, посмотри. Да, нас кто-то грызет. Внизу, пробился, под пушки прям пробился внутрь. У нас с интрудером была СТБМ. Ну чистить хуй. Кто-нибудь. Да, сейчас я все, я ему въебал. Так работник месяца получается. Все, я ему въебу, все, я ему въебал. Хорош. Работ сделал. Сделал. Чего там не бывает? Я думаю, что с фразой балласт. Опять работа, можно как раз вылезать из шлюза каждый раз. Ты что, капитан? Я за тебя не голосовал. Блять, лирист. Вот это надо достреливать, блядь, все, что справа. Цели на 2 часа. Да, блин! А можно до удара? Инфу. Я пытаюсь. Я пытаюсь лучше. Вы смешные, блядь. Одного блядь, догрыз. Да. Удар давай. Второй догрыз. Третий. Трупоеды еще по трупоеду. Компашка. Молот. Два. Готов? Ну, за нами плывет один. А нет, второй плывет на 12. Приближается. А тот, сука, с цвету приближается. Готов. Как-то Саня. Потихоньку мы всплываем. Пустые коробки с патронами по возможности перекидывайте в реакторную туда. Окей. Есть инфа, что нам, скорее всего, нужно будет как-нибудь минералов порыть. У нас на патроны, ну, довольно много уходит. Так, да, Риус, прям туда кидай. Если вижу минералы, скажу. Да, только крафтинг. Мистер Уайт, это не те минералы. Мистер Уинтей. Ебать, ты вспомнил. Бля, сейчас опять же у нас подлодка. Кстати, мы на подлодку фармим, лутаем. Да. Это самое вкусное, что есть. Цели на 4, на 4, на 4. Как им? Тогда на них взять просто. Первый. Я наверх. Тигры. Почти. Их взевал? Вы их не взевали? Чё? Впереди его снег. Ебу. Ты же ебу, гада. Так, блядь, я ж не могу на двух турелях сразу быть. Так ты же был как раз-таки на верхней правой. А его не было там, в том-то и прикол. На нахуй, все, готов. Этот да я сам тут все заварю, ребят. Еще есть? Да, сейчас плывем все? Туда к ним. Есть, на нижнюю становись. И смотри, нижнюю, вот плывут к нам еще. Откуда?
вижу слева. Сука, он за хвост заплывает налево наверх. Нет, стоп, он трется, блядь, вслепую. Блин, насколько челово. Ваш. Еще один, сука. Зейли. Твоих разъебал. И я пустой, трах, мне надо менять. Че? Один живой. Идет на нас, на хвост. Разъебал. Прям в кашу. Так. Ну да, говорит, так будто разъебал. Че? Чисто пока. Кто сбрасывать? Так, все. Под нами подлодка, ребят. Пытаемся. Под нами же подлодка, я правильно увидел, блядь, по радару? Ну, либо маяк, либо подлодка, одну из двух. Так, да, подлодка. На подлодке есть живность, ребят. В задней части корабля. С передней тоже, с передней. Нижней пушка. Да я не я, блядь. Да я знаю, блядь, я здесь тебя целился. На нахуй. На куски тебя, блядь. Все, разорвал его. Там совсем его не жалеешь. Да ну нахуй. Ой, там еще. Толда жрут, я не могу. Но когда я услышал этот хонг, после выстрела это был огонь, блядь. Блядь, я сейчас его убью так. Давай сплавим. Чем лечить рваную рану? Под хвостом грузу. Морфием. Все, добил. Толда, смотрите, он чемоданы. Там разорванный на куски почти. У нас нет пустых чемоданов? Где-то были. В медицинском, может. Так, зараженный трупоед и один хаос. Я есть получил плюс одну медицину, теперь у меня их 8. Доктор Восьмерочка, что там по радару? Есть еще кто-то? Нет, по радару раньше. Больше. Кайф. Мне все не хуй. Я ж по радару вижу, и трупы все подряд, бля. Мало ли. Бля. А, потому что мы, блядь, взяли и не разобрали, да. Да блять! А говорят, нету никого, блять. Заплывай. Сейчас я его, подожди, на Лего разберу. Все, разобрал. Ага. Я дошел. До ручки, блять. Не до ручки, до этого, блять. Ясно, больше инфы не будет. Тут я смог дойти, блять, поменять баллон в скафандре. Тире, иду обратно. Тут рядом со мной у трели есть? Нет. Попки тебе. Не я, блять. Ладно, если что, то будет. Так, патронов я накрутил. На все деньги. Риус, у тебя пустой этот ящик в руках? Ну там, бля, одну пульку я просто поменял. Да, еще походит, не бито, не крашено. Угу. Так, вроде анального проникновения у нас нет. Ну тут, смотря с какой стороны посмотреть. Ну, я разочек лириста вошел, наверное, разочек в 8 футов. Недовольные есть, недовольных нет. Блять, как в лифте родился, ну ебаный в рот. Да, бля, я же еще выходить буду, ебаный лифт, блядь, да нахуй. Это выходит, назад не берем. Нам нужны еще кислородные баллоны. Это?
Дэн, блядь, заебал. Че, погоди, перебежусь? Меня чинить не надо, такое не исправить. Заражение, блядь. Че делать? Тебя? Попиздовали. Да, да, да. Как минимум не молчать, это самое первое. Там написано, что у вас в горле какая-то поебота, и вы не можете ничего говорить. Так коллекционит. На Дискорд это не распространяется. Ща. Где-то коллекционит. Вот коллекционит. Так, погоди. Хуяк. Должен жить. Ебать, ты такие сюрпризы не делай. Да я бы его ломиком погладил. Еще бы минуту и был бы свинцовую таблетку принял. Открой ты бог сосуд. Движуха есть, там хаска еще один слева, снизу подлодка, осторожно. Подлодку выбить. Подлодку может повыше поставить чуть-чуть? Да не, нормально. Или не надо? Не надо. Стой! На, чуть-чуть совсем. Не надо! О, у меня ну... синдром отмены пошел. Понял. Блять, он же живой еще. У меня наркотическая зависимость, а сейчас у меня ломка. Добро пожаловать в клуб. Блин, я не вижу, куда он хаска съебался. И я его раскоцал немного, но тут свалил. А вот он, сука, блядь, он уже всю лодку оплыть успел. Блядь, нет, он за хвост пытается уйти. Ааа, блядь, далеко-то как? Нет. Блин, я его вырубил, да он живой еще. Он за лодку упал, куда-то не могу его почил тут недавно. Кто-нибудь на радаре сейчас, нет? Алло, блядь! Так я подошел покурить. Ну-ка, такая, у меня синдром отмена, работа снимает губ, пойду покурю. Что-то блюет стоит. А что на радаре смотри, на? Движуха есть какая-то вообще рядом? Нет, пока все тихо. Ты ничего не движется. Забитый хаски. Я его найти не могу. Баллончик поменять. Тут довольно много коробок. Ты ничего интересного не пропустил. Фенни Манфред. Тунс Фенни Манфред. А, это я. Я просто с капитанской картой шариваюсь. Эй, Фенни! Дуй! Эй, Фенни Гай! Я пламя в кровати прыгал. Какие-то возвратно-поступательные движения за пультом. Как поплохело, добейте выживших. Здесь пульт изгадил, блядь, пиздец.
Да, тут я хожу с этим, с парфюмом ебучим на лодку там. Пшихаю, все в блевотине. Вроде отмыл. А кто у нас снаружи сейчас? Слим? Нет, Слим здесь. А, значит, это Лерис там. Нет, Слим, по-моему, аж. Да Слим, Слим, блять, попутай меня еще. Глюны тут мне насылает уже. А, вот, все, Слим дома, все нормально. Чую, мы дома. Просто чую. Как же твой этот самый дух авантюризма? Ну, дух авантюризма может это покинуть тебя не вовремя. Да, ну да, тут сядьте на нижнюю пушку, пожалуйста. Как правило, есть. У вас нельзя тебе было там? Ничего. Че гуляло? С кем гуляло? Так. Ту-ту-ру-ту-ту. Там еще снаряды остались, да? Недовушка, блин. Ну, проверьте, чтобы аж там последние заклепки оттуда были вытащены, чтобы наверняка. Лерис, ты помнишь, где что-нибудь осталось, что-нибудь? В этом, скажи мне. Нормально. Только эти с пушки третьи не снимали, то нет? Вот я вижу тут пустые рельсотроны. Это нам не надо? Или надо? У нас нет рельсы. А, ну они пустые все. Ну, на переработку я, кстати, не помню, он влезает или нет даже. Давай сейчас, вот, сейчас посмотрю, что-то еще при кармане. Так. Есть только один способ проверить. Целый водолазный скафандр, не бит, не крашен. Берем. Водолазный скафандр обычный, да? Да. Тащи, если что, мы в мясорубку закинем. Зеленый это всегда. Нужен кому? Давай, ну, давай прям. Ну ладно, бери. Зеленый лом? Да. Как же капитана пиздить, обычным что ли? Ну слушай, сварочник вместе с баллоном можно было, кстати, не убивать. Там 7 баллонов. Ну, тоже. О, а, компонент. Все компоненты можешь оставить там, они, блин, 10 рублей стоят. Нахрен надо. Только больше провозишься. Это пусто. Эй, Эрик, how you doing, my brother? О, у тебя топливный стержень, где ты возьму? О, это вообще обычный. Это все обычно, ладно. Ладно, Эрик, бывай, потом созвонимся. Бросил и даже не перезвонил. Все как всегда. Так. Грубо. Это... Трубка Кэпа пустая. Что за ебаное неуважение? Кэп все снюхал. Кстати. Ладно. Так, давай вот так и вот так. Мы сейчас всю электроэнергию снюхаем на палубе. Так. Костюмчик. Бац. Так, стержень я сейчас сюда положу. Слушай, про костюмчик. У нас же их вечный дефицит в стойках, вот пусть будет. И еще пару баллонов. Ага, там кого-то походу нашли. Каск походу вернулся. Я знал, что это тварь где-то внизу. Слим его вроде порвал, клочья. Так, главное Слим от него какой-нибудь кусок отстрелить. Голову там, не голову. А, еще стреляй, он еще живой.
Пока от него что-то не отлетит, он еще жив. Пока он не фрагментируется, да, он может встать. Погоди, так что. Я выползу. Закрывай, все. Блядь, дверь, дует, ну ебаный в рот. Да блядь! Момент! Не знаешь, что кнопка не хренер по. Мистер Хуяск. Ну через раз. Яйца велоноцепса нам надо, не? Бел знает. О, Дэн использует телепатию, потибегал, видимо, что-то хотел. Я не понял. Яйца велоноцепса выхочет, че? Ребят, что, подлодку еще долго дергать будете? Я пойду уже нечаянно. Или поплыть? Наливай, если что, отплывем. Все в порядке. Окей. Okay. Да. Так, что, пустые снаряды от рельсы мы будем забирать или не надо? Давай один притащи. Один я прикормлю, да, один я прикормлю. Чисто для теста. Можно ли его запихнуть в мясорубку или нет? Так. Подводная маска? Так. Okay. Че хочу? Скрафти что ли? Фенни, мой брата. Чего у тебя? Чего? Здесь уже больше вообще круто. Еще? А, там здесь будет закрытый люк. Туда видно. А мы хотим ящик взрывных снарядов или нет? Но мы их вроде не пользуем даже, так что не знаю. Можно делю? Мы хотим ящик взрывных снарядов. Это не вопрос, это утверждение. Это не вопрос, да. Если можно что-то взорвать, где-то что-то наебнуть, конечно, мы это хотим. Что за тупая дилемма вообще? И со временем мы хотим переработать все. Смотри, обычные... Я твой сайз принес. Гиперкомпенсатор на борту. Отлично. Так, что у нас там? Маска кислородная. Здесь маска есть. Так. Стоили 3000. Ну, еще там маску пихнуть. Чтобы было. Есть. Бля, хуя капитан шафлит. Ящик пробивных титан, алюминий, уран. Давай. Вот эту мясорубочку. Вот эту мясорубочку можно? Можно. Йоу. Слушайте, ну... Рельсотронный снаряд, короче, дает сталь. Ну, это вкусно, но таскать их, конечно. Короче, если у вас пустые руки, прихватите на всякий случай. Если впадло, то не надо. Но я могу сплавать. Да не, за одним. Это точно было. За одним не стоит. Штуки 4 было. Вроде бы, сейчас скажу. Так, мы потихоньку начинаем охуевать и переходить на пробивные. Так, крутой. Ну сейчас быстро затаскаю. В две пары лаптей. А кстати, искусство подводной войны дает управление. А, бахну. Так ты у тебя получилось его почитать? Сейчас давай посмотрим. Ну, допустим, сколько у него жизни. Это все та же книжка, которую я тебе дал, ты ее просто дропнул. Да. Я положил обратно в этот. 28. Я... Нихуя не дало. Я что-то так и не срастил. Вот, я и говорю. Это багованная херня. У меня эта книжка стала появляться, после того, как я взял скилл, который якобы мне дает опыт за больше всего убийств. Что-то с ней не так, ну ладно. Сука, багованный кусок говна, я в обиде. Это просто просранный скилл. Никуда. Что случилось? Да. Некая обида случилась. Не понял, не ладно. Залетаю, закрою. Все, мы снаряд стаскали.
Блин, это было похоже, как будто Библию держал в руках. Просвещаю тебя, сука, по башке и обратно вниз. О, все на корабле поплыли? Да? Вроде да, да, все. Что налутали? Пиздец, все как кавалеристы гоняют теперь с этой хуйней. Да, рельсотронных снарядов налутали на все деньги. А, нормально. Полезно. Они с чего делают ППшные трешки? ППшные хитрые, но нужен рецепт или сколько там скилла. Кстати, есть шанс, что у тебя даже есть. У меня все есть, да. Да, фосфор или магний, свинец, медь или сталь, железо, медь или цинк, сталь, то есть... Так, блядь, если что сейчас был... Ах ты ж, сука! Ёбан, клоун. Ты мудила, но я не осуждаю. Так, мы плывем на старательский аванпост, я же правильно понимаю? Мы пока плывем в галюнах, подождите. Ну да, да. Чисто на... Откуда потом он... направо, через животину какую-то. Откуда у нас галюны? Это шумовой. Не, просто мы можем поплыть это к этот, к бесту. Пораньше. Иди не нахуй, поплыли, блядь. Ну, мы сначала на старательский, потом направо, да. Травмы. Мы все травмированы просто совместным заплывом, господа. Что-то не так. И один клоун в порядке, блядь. Надо задуматься. Ясно, пиздить клоуна. Понимаете, насколько это совместный травмирующий опыт, пиздец? Ага. Наоборот, это лечение травмы. Ура, блядь, очередная бесполезная, сука, книжка. Да я-то толком. Глубина. Гидрокостюмы, короче, по пизде. Ну, смотрим гидрокостюмы, которые могут выдержать. Так, и кстати, интересный прикол. Я помню, что я сплав точно делал какой-то там. Гидровыебанный для апгрейда корпуса. Это на алюминии. Да. Но чё-то я его не созерцаю. Смотри в колоде. Ну давай на всякий случай еще создам. И я сейчас туда сунусь. На апгрейд корпуса. Посмотрите по ЛЗ где-нибудь. Скафандр. Что? На скафандр где-нибудь валяется лишний. Как вон тут целых три. Нет, не думаю. В стойках все. Все в стойках. Сзади. В стойках. На 5 часов. Да бегит, я бегит, блин. На 5 часов. Патрон укончится нижний. Синька. Блять, не очень. Сука, дебильная команда же сбросить его. Во, все взял. Пробоина в инженерке по первому. Блять. Пробоина в кислородном. Что-нибудь по животине вообще есть? Нет? Все нормально. Животину не видно никакой. Не пока на пушке все. Животина на 10. Ладушки. А сейчас? О, не вижу животины. Целый. А что у нас по электрике? Оп. Отлично. Животина на 10 исследует. На хвата вверх стреляешь, если на 10. 10. О, это, блядь, почти вверх и есть. Вообще-то да. Может, ты тут, блядь, циферблат сможешь? Бьет по хвосту корабля. Да это нихуя не 10, блядь.
Желатина на 11. Электронные часы. Ох, блядь, уложила, да. Пробила хвост. Меня вырубила. Блядь, давлением раздавил. Ну, зато мы определили, где животина, да? Ура! Она на 12. Блядь, это какой-то стелс-крокодил, что происходит? Ребят, нужно сливать воду, потому что... Точнее, глубина 400, но 4550 у нас подлодка сломается. Мы не пельмени варим, мы знаем. А лучше дай инфу, где пробоина, отметкой. Нет пробоин. Просто открывайте дверь в кислородную, чтобы сразу два нас сливало. О, успел догнать его. Это заебал, блин, получил 2000. Лирист, ебать у тебя элитный хонкер. Да, держи тебя за комплект. На, сука! Так, блять, чё ты сделал? Подвинчику тебе закинул. На нижнюю пушку пересаживайся. Да, блять, а, не, всё-таки на верхнюю же тоже. Блять, Кэп заебал, сука! Сука, ёбните его, Коль! Я 10. Сука, не 10 это, блядь, не 10! Сука, Слима раздавила. Лево, блядь. Лево у тебя это сколько часов? Ты смотришь с позиции пушки, я смотрю от центра корабля. Блядь, блядь, ну тоже, да? Сука. Не, в смысле, это реально большая разница. Давайте еще немножко его. Оо, блядь! Нас уже Слима раздавило, прям скафандрия. О, все, пиздец. Хэп, а дай инфу, почему мы на дне, блядь? Ну, потому что мы до него доплыли. Мы стремились наверх. Ну да, у нас пробоины в инженерке. Нас кто-то грызет? Реактором. Нас кто-то грызет? Да откуда нас грызут? Не, это был вопрос. Нет, нас не грызут. Но мы там это пройти не можем, да? Не можем. Танчи! Пробоин. Не можем. Нет, 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 дверь. Я это, блядь, сделаю, потом тебя не будет. Я бы починил, но я хожу так временно, черепаха. Давление, просто давление, нельзя. Нельзя. Ну и тотальный пиздец, конечно. Не, мы не сможем это зачинить. Лирис, попробуй ткнуть еще скафандр. Мы на вулкане. Лирис, ткни скафандр, крафтится еще один. Там много чего нужно. Ну, у нас выбора нет. Попробую сейчас, конечно. Я попробую. Ты хотя бы один достал из этой? Да. Отлично, ты единственный, кто может сейчас хоть что-то починить. Бам, блядь, не обманул. Не-не, там дальше... Да. Там, ладно. Сейчас натяну фуражку. Ебать, нас что-то жрет слева. Харибда, что ли? Пиздос. Это по звуку, да? Кто-то ебучий здоровенный, да. Либо червь. Эй, ну у нас толкнул с вулкана. Да, червя, по-моему. Ну, червь бы уже давно дал это. Дал себе знать. Это червь. Харибда. Харибда. Точно Харибда. Блин, как Харибда. Да, вот как Харибда. Ну, не Харибда. А молот все получается. Да, молот тут меньше проблем. На сколько, на 10 часов?
Мы начинаем всплывать, это хорошая новость. Ну как? А она вернулась, это плохая новость. Нет реактора, нет щитовой. Введение органа. Я мертв. Это не чита. Ты живой еще? Нет. Отдыхаю. Пробивными нормально накидывается. О, открываю. Нормально сейчас пройдет, даже не побегу. Нормально. Ну, минус треть. Держи кентамилчика и сразу тебе. Ух! Превентивного сона. А можно такой коктейль бахать-то, нет? Так это ж ты сдохнешь-то. Да полка жесть. Ну чинить пока шибко смысла нет. Не, лирист, она так не залезает. Давление, блять. Давай. А, блядь. Да, света все? Да. Там стержень, наверное. Я не знаю, я снова лежу, отдыхаю. Давление, да ебан. Все. Да, блядь, я слышу, что ты хрустнул. Виноградик. Да, о, у меня кислород кончился, сейчас отпипать кислород. Блять, выкинуло! Снаружи! Грузи ее, грузи ее! А, мы с Кираном вдвоем живые, понятно. Ну как? Да там есть вопросы. Он решил десантироваться. Один прикол для Харибда, второй у нас немножко овощу стал. Ножом ее, ножом. А оно тебя еще теребит, и ты еще жив? Я дергаюсь, я лечусь как могу. Ты хочешь ее морфиновым отравлением победить, что ли? Походу, да. Ну серьезно, если оно сейчас... Это самый сюр, который я видел в баратраме, вот прямо сейчас. Добило. Вадиме только слышны крики Хомка. Смерть зубов, бля. Не знаю, у меня самая почетная смерть, у меня удар от предметом. Ну сейчас надо просто, роняя говно, крафтить сразу скафандры. А если просто тупо на месте давай поставить? Давай мы встанем на месте куда-то и покрафтим скафандры. Вот. Ну как бы да. Оно эволюционирует. Блять, пошел ты. Внимание, вы погружаетесь на 4000, сука, метров. А чё уже темно, блин? Нас обезвет уже? Лё, мы стоим на месте. Я никуда не плыву, пока не накрыт. Пока мне не принесут скафандр, потому что я... Блядь, не могу, что происходит. Мне рваная рана, блядь, тонкой попе. О, хрена. Так вот и... Да, блядь, у меня... Я не могу спросить, блядь, почему-то... Улазь! Что происходит, блядь? Чего не тянется? Я никуда не могу идти. Ну-ка. Во что тебе полка его ебнула? Лирис, у тебя есть музыкашный этот рецепт? Музыка у меня не существует, нет. Спасибо. Боевой сколько? 5700? Боевой надо брать. 5700. Тащи сюда скафандры обычные. Вот он, уже. Еще два.
Да, да. Вот слился. Водить меня полностью. Сейчас все будет красиво. Угу. То, что мы, конечно, с ДЦП шли в первый раз, ну, не подготовились. Если честно, рассчитывал, что мы после станции как-то в такую жопу попадем. А нет. До. Кто хочет бесполезную книжку? Их есть у меня. Надо, короче, бля, выучи, потом расскажешь. Оно варится? Еще как. Баллон. Вытащил. Сюда же поставил, короче. Доберись там. Стоит. Не синий из них. По-моему, еще на один хватит. Ну, тут даже хоть кое-какая, блин, защита имеется. Сам патроны для ППшки покрафтить. Или у нас не с чем? Там есть куча пустых, можно их перекрафтить. Попробуем. Сейчас соберу их. Чего у нас только нет? Ну, Лерис, примерно. Это что случилось? А, мы носом, блин, воткнулись. Мы, походу, нихера на месте не стояли, так-то по делу. И мы по на погружение уходим. Ну да, есть такое. Сейчас поставлю это в стойку. Вроде не пробили. Да нет, вроде. Так, есть еще на один. Слушай, он титан с алюминием жрет, что ли? Бля. Титан алюминий жрет. Ну слушай, ну. И противоударное волокно, которое тоже жрет титан. Нам титан алюминий нужно 5 штук. Есть проблема, блядь. На апгрейд корпуса. Который на станции? Да. А радио не просто. У нас титан. Титана 0. Мы можем попытаться поискать. А апгрейд корпуса покупаешь не просто на станции или там. Нет, нет, он либо отсутствует, либо крафтится. Ну, видите меня, как это прибудет работать. Я вот загружаю в нее это самое, пустые магазины, и что с ними делать? А что у тебя в руках? Нет, вот это. Огнемет? Да. Ничего. Чего? Откуда магазин, огнемет? Магазин. И ищешь в поиске магазин. Магазин для ПП переработка. Например. Магазин. Переработка. Сейчас он докрафтит. А, ты можешь крафтить? Пока нет. Ну, если. Хотя у тебя рецепт доступный. А, ну он у меня белый. Ну да, да, отлично. Тогда, смотри, там нужен еще купрум, либо фосфор, либо магний. Вроде все есть у нас на это дело. Тебе достаточно просто жмякнуть. Фосфор или магний, свинец, медь или сталь. А, просто нажимаешь создать, и он тупо подтянет. Я он подтянет, но давай закинем сразу цинк. И что у нас есть? Фосфор у нас до херена. Вот так. И вот. Господа, гардероб обновляется. Красные малиновые стильные пиджаки уже. А, он еще свинец имеет сейчас. Блять. Лежит. Гэп опять проебланил. Да, сука. Он ставит против. Снизу что-то похоже на полный пиздец. Я костюмом быстрее, я пытаюсь закрыть. Я в порядке. Вроде золотом.
Мы на дне. Я его через форточку вижу. Вроде нормально, так в норме. Чего, то проплывает мимо рукой Машу. Нет, корпус заваривает. Блять, нам бы инфы, кто и где. На жопе. Ты молот. Под нами. Под нами молот. Ага. Привет ему, блять. Где он под нами все еще? Под нами слева. Жора еще. Бля, шума. Да, мне хуёво, но я сейчас это выплыву. О, блядь. Сука. Он открыл нас, блядь. Я пытаюсь под... Да я там пытался заделать, ну ладно. Рампа не палу. Боюсь, что есть шанс откиснуть, а вроде нам. Правый балласт. Скажи, я их пока отгоняю, чините, я их отгоняю. Чиним, нормально держимся. Мы даже вроде сплыли и куда-то там хороший, движемся. Хороший, я тут прячу. Вода уходит, все хорошо. Ёб твою, понятно. Не знаю, куда там уходит, у нас пробоины, нахуй. Так, я не сдобыл. Ну все, да, центральную часть вырезал, подрежь все остальное. Подрежь все остальное. Минус 2 молота, так, перезарядка. Так, а у нас здесь нормально? Так, все, а тут балластный флор избавился. Ай, зейца. Все, норм. Все пустые, что ли, коробки? Так, здесь что-нибудь. У нас нет хвоста, у нас нет кислородной. А снизу слева дохуя молотов. Дохлые в основном, золотой только нас пытается догрызть. Окей. Я его пытаюсь убить. Давай, дохни, сука, ей. Чё, хорошо, ложимся. Лист, отсыпь мне самого тяжелого, что у тебя есть. А, сейчас. Где ты? Где? Ага, вот ты. Ну, отлично, я справа. Резиновых органов тяжелого держи. Смена на заводе стала чуть получше. Мягонько пошла. Бля, это... Эта хуйня будет нас теперь сопровождать всегда. Ну так, потихой. Слышал звук удара. Опять. Хорошо смотреть. Они меня точно всех молотов хлопают. Скоро пройдет сопротивление всей хуйне. Будет грустно. Мы ползем вперед потихоньку, Сверху над нами есть криолит какой-то. Хз, чё это? Да, вижу. А, есть еще какой-то станит. Можно выкорчевать на самом деле. Харикопилит, блядь, есть. Сейчас я хотел переработать. С тобой мы сравним. Выкорчевать надо, да? Я только что понял, что меня уже полчаса, блядь, как нихуя не слышно. Да. Зло, мы тебя просто так хуесосим по инерции. Да. Я думал, по инерции хуесосить. Короче, сейчас подплываю к минералам. А куда опять резак делся, пиздатый? Я зеленым хожу, который ты мне подкидал. Сейчас с водоросли, блядь, снимусь. Обычно сюда. А у нас что, электричество вырубили?
Чего ты скажи, взял? Когда мы будем под минералами? Как-то темно было. Через секунд 10. Что можно похерить? Медь? Мне нужно медь. Я медь похерил. Флора балласа. Мы под минералами. У нас балластная флора, Сим говорит. Так, где? Запустил переработку. У нас гости снизу. Снизу гости. Отстреливать? Я флору почищу, если что. Опять мало. Есть кто укушит? Никто не укушит. Я тут. Сейчас, я буду. Я не могу открыть двери, что за херня? Там, корабль какой-то, его... Что с ним делать? Его просто бить? Погоди. Снаружи нас ничего не грызет больше? Грызет два молота. Ой, фора разрастает. Пошел фору чистить. Давай. Пополз, точнее. Балласт. Говорил, пацан. Я... А чё, чем срезать? Резаком? Резаком, да. Что-то здесь поливает нормально так. Его закрыть. Да, что-то у нас каждое путешествие вообще неспокойно проходит. Балласт на флору, ёбнули. Так. Надо зачистить. Я заварю пока. Сдохнет или нет, сколько ему дожать? Ну, когда сердцевину догрызли, это главное. Терпение. Я просто помню, как это неприятно. Да неприятно из-за кислоты, что он постоянно тебя жарит. Пока ты там ковыряешься. У нас тут, блядь, кости. И кости отсюда, сука, недружелюбный. Саня, ты ядро поменял. Микро, а у нас раптор, блядь, от меня сейчас загрызет. А, это норм. Я думаю, что ты молчишь. Да нихуя не норма. Бля, мне нужно это сам переливание ануса или чего-нибудь там. Где ты? Лестница основная, основная лестница. Нижний шлюз. Там раптор грызет. Где оно? Во втором шету. В балластике. Два ночи. Нормально, ты же наш. Ты же жума, ходи. Доктор еще живой, нет? Ходи. Ну, нормально. Мне пишут, что у доступа есть. Есть длинный остров, органы нормально. Ну вот этот список красных символов не подходит под нормально, ну ладно. У тебя нет кровотечения, у тебя нет кровопотери, с остальным можно жить. Балластика, давай. Но зачем? А мозг повредить ты не можешь, что априори, это же все нормально. Минимальное количество ХП, которое тебе нужно для жизни, это один. Здесь норм. Так, а у нас верхний шлюз только чуть подрочен, да и все. Но не выглядит это, конечно, как жизнь в удовольствии, это точно.
подчинились. Сколько у меня осталось времени? Блять, немного. Время чего у тебя осталось? Стабилизатора давления. Так мы до 4000 еще не погружались. Блять. Ты не выходил, ты не видел, что все тут в скафандрах, а я просто на похуе. С тобой все понятно, ты клоун. Я рановато его. Да, в том-то и дело, что нет, этой хуйни нету больше у клоунов. Да, я в курсе. А стабилизатору нужен рецепт, которого у меня нет. Я тоже тоже в зеленом скафандре, не расстраивайся. На характере. Я вообще без скафандра. Я могу сейчас из подлодки выплыть, мне норм будет. Блин, а что случилось? Ну, смотри, мы, короче, это, мы под минералами снова. Минералы вот нами. Давайте я. Пиздатый резак у кого? Синий. Нет. Я бы с ним смотрелся по это. Хз, я вроде над балластными ставил. Балластный, не над балластным, сейчас посмотрим. Правее. Патроны для ПП забрали, что ли? Да, 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 8 штук. Нет. Мне бы, блин, хотел бы одну. Вот, да, да, вижу, заебись. Не вопрос. Мне собиратель нужен. С чемоданом или с карманами. Давай сейчас куда-нибудь сижу. Да прям в этот. А, там как раз пустые карманы есть. А давление нормальное еще. Я пойду подрежу. Сейчас вооружение все красиво закинем. Все будет отлично. А, у нас тут коробки валяются. Такие. В стиле не кантовать. С верхней пушки можете посмотреть пиздато на меня. Помахайте. Блять, пиздец. Так, давай еще. Тут толика былого величия. А, хорошие были времена. Все. Future is now old man. Блять, как клона потянуло на ностальгию. По абсолютно ебанутым билдам. А напомните прототип паровой пушки, чем он вообще заряжается? Кислородом? По-моему, да. Нет. Либо этим. Варочными? Да. Все, можно собирать. Я все отрезал. Ага. А еще левее есть Риус, если что. Угу. Кстати, Риус, ты же единственный, наверное, с рецептом ППХи. Скрафтишь потом еще один, пустой заполнишь. Так, скажите, когда все забрали, все внутри. Угу. В смысле, ППХ скрафтить или патроны скрафтить? Патроны, патроны. Промеднулся скафандр, пожалуй. Ладно. Чё тебя переебало? Да там захожу, Дэн, это, от станка отлетает. Дай ему морфина за это. Да этот симулянт тебе ради морфина пол руки сожжет. Так, все вроде, да? Все так и задумано. Так, ну раз сказали все, я поплыл. Я тебе, блядь, поплыл. Ты давно поплыл, когда роль капитана взял. Ну я по радару вижу, что ты заплываешь внутрь, поэтому я погружаюсь. Ну, сейчас идем, водоросли. Давай, давай, давай. Да не, это обычно водоросли, вроде не все так плохо. Так, станит, криолит и халькопирит. Это все надо в мусор. Все тащи вниз. В мусорку, все. Да. В эту мясорубку. Да, все в деконструктор. Больше, конечно, 7-3-3. Так, осталось, пацаны, 500 метров до вам поставок. Кто у нас еще нападет? Я считаю, нам не хватает харибды. Your mama. Да ну нет, там. Это уже была, нужен ланчер. Да бля.
кто-то задыхается, у кого-то, по-моему. Лифт, не пытаешься помереть там без воздуха? Не, у меня. Ну, что-то не особо, да. Я думал, проверить работает, не работает. Я закидываю все минералы в реконструктор. Ага. На три. Только не запускай его пока. Запускай, запускай, нормально. Да, заебись идея, снизу может на цель. О! Да, блядь, подожди! Вот отвист! Подожди! Вот отвист, блядь, да. Кто-то не успел добраться. Блядь, тут насквозь проковыривают, сволочи. Ну да. Где пробили? Везде. Пробил есть? Есть, есть. Везде. Они буквально прокалывают лодку. Буквально везде они пробивают. Низ, где кислород, я чиню. В реал-тайме. Я чиню в реал-тайме эту. Грузовой. Ну, твою мать! Блядь, реально вся подлодка по кругу. Ай, блядь. Как у нас по живности инфа? Где они? Это что они? Снизу слева. Они везде. Падают, что ли? Нет. Да, опускаемся. А, теперь да, теперь падают. Мы взлетаем! Не то, что мы были на высоте, но... Далеко не ломались. Ну теперь они все вверху в этой месте. Вода уходит, поэтому... Ебусь в дно. Дно, привет. Давай. Чуем мы дома. Готово, по-моему, все. И пахнет здесь писюнами. 200 метров до ванпоста. Пожалуйста. Не доживем, блин, не доживем. Реактор же дымится, как, не знаю, там, как шишка, с желанием в ванпосту влезть. Блять, не ванпост. Oh shit, I'm sorry. Sorry for what? Реактор. Наш батя говорил не тянуть за стержень. Чтобы он не перегревался. Иногда я оставляю два, и они перегреваются. Блять, гачи заплыв, баратрам, это лучший коллап, серьезно. Вот слишком идеально подходит. По-моему, этот... Арсенал, по-моему, пробит. Сейчас скажу. Пробит арсенал вообще. В арсенале вообще стен часовых нету. Да, они есть, есть, нормально все. Да им нахрен не нужны. Как ни странно, но он даже не протекал. Да? Что, починь? А типа раптор балластный, это норма. Хоть пожрать, что будет. Это на новый местный. Не трожь. Я забыл накидать. Что за та маленькая красная точка на радаре? Это Геннадий, походу. Я предлагаю посмотреть. Ну-ка. Тяня, ладно, хуй с вами. Чё над нами, скажите мне? Над нами чё? Посмотрите в пушку. Океан? Труп? Ты только не задохнись. Труп и, по-моему, камень какой-то. Стой, 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 чё ёбнешься? А слушай, камень интересный, похож на шлюз, реально. Похож. Это куча минералов на... Это руины. Это руины, наверное. Хватит ебать их! У нас один корабль, хватит их ебать. Слушай, это... Корабль не еби. Может быть, есть смысл чуть-чуть расковырять, посмотреть, что там? Но судя по скорости, как кто-то съебывается... Команда сказала, не будем. Блин, ладно, всё, не будем. Только было голосование. И да, у тебя на борту демократия. Какая нахуй демократия, это что такое? О, блин. Так, он выступовка не успел нажать. Пролетел как просто. Капитан прислушивается к мнению команды. Что дальше, зарплату начать клоуну платить? Не, ну, мы явно все против такого беспредела. Блядь, мы заплыли. Клоун его взяли на борту. Мы здесь за идею. А клоун за 1% от прибыли.
И вот шлюха. Блять, за всю ебаную команду. А клоун таки. Ну, клоун пидорасов. Все правильно, правильный выбор сделал. Он клоун пидорасов, понимаешь? Мы еще. Мы все еще тут вечерим. Конечно. А то ради этого все и затевалось. Что это цитата, если что? Да, да, так вы таких, сука, художник. Ну, между прочим, это цитата Пелевина так-то. Так, ладно, я пополз до этого. До доктора, до доктора. До доктора, да. Если кто-то до доктора найдет раньше меня, пожалуйста, полечите. Потому что я двигаюсь, как беременная улитка. Вот он идет, рассекает воздух. Рассекутор. И чуть всех. И в глазах, кто, сука, да, потемнело. Нет лечения, лечить. О, да. Живем, господа. О, да. Пойду еще патроны покрафчу. С медикаментами, антирадами, предатор, антибиотики. Блять. Минус два отношения. Ты че здесь? Ебать! Я бегаю, я могу бегать, ебать, я быстро бегаю. Я попытался спор, короче, типа, разрешить. В итоге остался хуем. Дробовиком, блядь. Да надо было. Перевозка клоунов. Так. Переработать ПП. Что есть тут у нас? У клоунов это ноу со скидкой, ну, лучшее просто. А, бля, у нас нету ни... Стали всего три штуки, а меди свинца нема. Беда. У нас титана с алюминием нету. И денег на апгрейд нет. Ёба. 6 тысяч на апгрейд корпуса, да вы чё? Старую погибшим, блин. Ну, грустненько на самом деле. Ладно. Железо уберут. Кстати, а мы на какой станции? Разве не Горняцкой? На Горняцкой. Сейчас, блядь, титан с алюминием будет. Хоть хер не дал, покупайте. Купи минералов на тебя. Ну вот да, что я хочу. С апгрейдами купи минералов, сейчас вместе сделаем полубабки. Мистер Уайт, йоу. Потише с минералами, йоу. Тут нема ничего хорошего. Я предлагаю взять миссию вредные грязевые рапторы уничтожать группу шапостаев, а миссию на клоунов не брать. На клоунов. Блядь, ты в курсе вот это пидорство? Слышишь? Короче, мы доплыли, да? Вот там, где мы были, открылся военный и жилой аванпост. Ну, так оно и работает, блин. Помнишь, в самом конце фрагменте карты, там же вообще ничего жилого не будет, почти. Да. Ну, там нужно будет запасаться перед этим рывком. Просто идти до упора. Так, минералы. Чего у нас не хватает? О, титан, алюминий, огонь. Так, я пойду себе красный скафандр стырю. Если никто не против. Надеюсь, никто не против. Я, то есть, деньги... Ради этого все и затевалось. Да. Шума, у нас 6 тысяч. Угу. 700. Я сейчас попробую сделать титан с алюминием, родить. И чтобы у нас все было красиво. Я наковырял нам немножко денег. Сейчас, погодь. Я скрафчу. И масса даже у нас все получится. Ты просто смотри, что надо для патронов. У нас 6 корон. Считай. Так. Железо.
железо, цинк, фосфор, сталь. Ну я там, Кирен уже профессор медицины, блядь. Доктор Хонкер. Бать, у нас уже стержни фиолетовые, охуеть. Да, причем уже давненько. Я жду, пока у нас появится фиолетовый кислород. Вряд ли. Не в ближайшее время. Алюминий нам еще пригодится. На титан с алюминием. Не знаю, на какой фанции хожу в скафандре, но я просто к нему уже привык. Я без него себя не ощущаю. Доминируешь над этими чуваками, над сухопутными крысами, блядь. Да, в пизду с такой командой, блядь, я в любом месте могу утонуть. Так, апгрейд есть. Чуть-чуть получше. Долго ж ты к этому шел, долго. Хотите спойлер? Следующий стоит 7,5. Но он последний. Дай денег. Он последний на этом тире. Я тебя поправлю. Я не знаю, даже авастовская мамка не такая прибыльная, чтобы нам отработать все это. Что, закончил крутовать? Да, все. Все остальное крути. Рецепт патрон для рубовика. Звука. Я заработал вам немножко денег. Я продал точку за 40 кредитов. Ож. Почему только одну? Подожди, он Саша продал почку, знаешь? Знает только давай, задай один вопрос. Чью? Не важно, что за то, что деньги. Понимаешь. У нас теперь 400 кредитов. Ой, так, железо, цинк, тенец. Ну, я нету железа, шеф. Железо всего 6 штук, шеф. Блять, нихуя курить лес. Слушай, стоп, как железо? Как железо? Всего лишь 6 штук у нас. Только 6. Стали-то вообще 3. А спирт? А чтобы... Чтобы, допустим, попасть... Железо в чемодане 28 штук. Подожди. А если что, ты можешь крафтить прямо из чемоданов. То есть просто жми там создать и похер. Ладно, ребят, я потихоньку пойду в кроватку, потому что моя жена уже спит. Давай. Окей, хорошо. А, может быть... Наркос, пойдете еще? Да. Как насчет спать? Это слабо. Серег, если ты завтра в 10 не сидишь работать, тебе пизды дам. Я сяду работать в 10. Пизды все равно дай. Я прям 10 тебе позвоню. Давай. Дискорд? Риус пока не крафтит, ничего? Да? Не-не-не. Давай. Сколько нам надо магазинов для ПП, или нам вообще их не надо крафтить? Да все, все, что есть, заполнил, и замечательно. Ну, пустые, да, я пополню все. Хотя бы парочку просто в кармане себе, так сказать. Oh shit, I'm sorry! Блять, чё его выкинули, блин, капитана еще ебать и ебать. Мертвый капитан еще 5 минут капитан, да?
Пиздец, ты на повышение пошел. Мы все еще на Твиче. А минус? Он остановился, хочешь? А, блядь. Сука, нет. Нет. Блядь, блядь. Появится шума завтра утром, а у него бан. Да пиздец. А вот это прям по-твичевски уже все идет у нас. Ну че, вроде так затарились. Отплываем дальше? Думаю, да. Ты мне, кстати, злодей на биотик фактор забайтил? И как? Вот так и не пошли. Там, кстати, Джаз с апогеем ебошит, можешь это, догнаться. Ну, господа, этот забег будет сейчас веселым. Ой, блядь. Иха, блядь. Это все херня. Мы проплываем через червя. Иха в квадрате. Ну что, предлагаю схорониться, чтобы завтра Сай не пропустил самый свой звездный момент капитанства. Не-не. Засейл? Босс. Да, засохраняемся. Вот сейчас схоронилось, так что можно отчаливать.